Добрый день! Сегодня мы рассмотрим монеты Бермудов. Это монеты номиналом 1 цент и 5 центов. Нас, конечно, заинтересует аверс, на который мы также увидим изображение Елизаветы II. Давайте сначала рассмотрим монету номиналом 1 цент. Год выпуска данной монеты – это 1970 по 1985 года. Это период правления королевы Елизаветы II, 1970-2017 год. Повторю, что это монета регулярного выпуска. Выполнена она из бронзы. Гурт гладкий, монета круглая, вес 3 с небольшим граммом, диаметром 19 мм и толщина 1,5 мм. На реверсе мы видим изображение дикого кабана и номинал 1 цент и год чеканки. На реверсе мы увидим изображение Елизаветы II, также название страны, изображение Елизаветы смотрит в правую сторону. Монета номиналом 5 центов, также из обращения, выполнена из мельхиора, форма круглая, также период правления Елизаветы II, год выпуска 1997, диаметром данной монеты 21 мм, гурт гладкий. Давайте также посмотрим изображение Елизаветы. Бермудские острова. Также можно сказать, что это Бермуды. Это бывшая колония, а ныне территория, имеющая статус заморской территории Великобритании. Государство это находится на островах кораллового происхождения. История Бермудских островов начинается с момента их открытия испанской экспедиции под началом Хуана Бермудеса в 1503 году. В настоящее время Бермуды – это самоуправляемая территория, имеющая статус заморской и также является офшорной экономической зоной с достаточно прибыльным финансовым законодательством. Денежная единица на Бермудах – это бермудский доллар. Монеты на Бермудских островах довольно оригинальны по исполнению, дизайну, изображению. На аверсе на монетах чеканятся животные, птицы, рыбы, обитающие в данном ореоле. На монетах в 1 цент изображен дикий кабан,
На 5 центов уже упомянутая рыба забелит синяя, называемая по-другому рыбой ангела. На 10 центов цветок бермудской лилии, 25 центов также упомянутая тропическая желтоносая птица, а 1 доллар это парусник. На реверсе всех монет также чеканится профиль портрета королевы Великобритании Елизаветы II. Материалы, из которых чеканится монета, также разнообразен. Монета изготавливается из оцинкованной меди, из медно-никелевых сплавов и также никелево-латунный сплав. Напомню, что мы сегодня рассмотрели монеты Бермудов, где мы увидели изображение животных. Конечно же, изображение Елизаветы II. За класс репост огромное спасибо. Подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание.